анонс и точно дата выхода нового российского сериала «Психология преступления. Черная кошка в темной комнате». Премьера нового сериала состоится 16 апреля на телеканале ТВ-центр. Сюжет сериала. Успешный бизнесмен Сила Мамонов круглыми сутками пропадает на работе. Домой его совсем не тянет. Его жена Эльза, которая невероятная красота сочетается с удивительной глупостью, уже давно не вызывает ничего, кроме злости и раздражения. Выносить ее на трезвую голову Сила не может, а тому все чаще прикладывается к бутылке. Мамонов боится признаться себе в том, что он был бы счастлив, если бы Эльза навсегда исчезла из его жизни. И вот в один прекрасный день он видит, что Эльзу кто-то душит. Он бросается ей на помощь и получает сокрушительный удар по голове. Придя в себя, он обнаруживает, что жена жива и здорова, и никакого душителя, по ее словам, не было. Напомним, премьера нового сериала состоится 16 апреля на телеканале ТВ-центр. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.